Всем привет, если вы смотрите это видео, то вы попали, конечно же, на мой канал, на канал того, кто опять обосрался на витрине, не вытащив того, кого хочет, так же, как хотел когда-то Ичига Дангая и после Кенпачи Банкая. Это Дрейфойр, и сегодня мы проходим Senkai Moon Quest Special Floors. Также... Ждите видосы по ГК, может, я их поздно выложу, видос, ну, ГК, скорее всего... Ой, извините, пожалуйста, что-то я наелся тут. Такой, цитруса. Будет ГК промежуточно между открытием витрины и с вот этим вот видео, потому что в среду он уже обновится, а вот... И надо записать. Потому что я не могу пропустить ни один ГК. Я записал абсолютно каждый ГК с их появления. И сейчас хочу записать... А, у нас еще Босс Раш с вами должен быть. И, конечно, Экстрим Кооп. Тот самый Ультра Хард, который... Тот самый зеленый против синих. И в этот раз мы побежим ЗТС. Я уже ходил в него... И вытаскивал неплохой дроп. И, короче, я заметил тут изменения, но на них мы посмотрим в другом видео. В видео прохождении экстрима. Мне изменение крайне понравилось, и я считаю, что оно достаточно полезное. Кто бы отказался от такого? Итак, 50 орбов схватим сейчас отсюда. Может быть, схватим, потому что я не знаю, пройду ли я все эти 5 этажей. Насколько сильные у меня персы, я не знаю. Конечно, 5 эти флуры мы все прошли, но что-то как-то тут непонятно, получится или нет. Будем рассчитывать, что все получится. А тем не менее, набрать немножко орбов у меня получится. Ждите уже скоро геймплей Яхвы, а также геймплей краснозвездного Айзена. Оранжевого. Да, опять запаздываю очень сильно, но... Ну, надо, все-таки, как бы, к Мамуру с Яруичи я решил не записывать, но раз Айзена все равно в том видео проголосовало много людей, поэтому, ну, возьмем его. Почему бы и нет, поскольку он у меня теперь есть, то можно его и записать. Итак, у нас сейчас что? Тригина? Да ну нафиг. Так, надо идти в фиолетовом ближний... Ну, кто бы сомневался, Где он? Где эта имбища? Бывшая. Каждый улька в свое время был имбой. Но сейчас... Нет, сейчас только оранжевый остался как имба. Ну, красный, да, тоже очень топовый. А оранжевый прям вообще... Обожаю. Я считаю, я зря утку поставил... Ибо нужно СП. И фокус желательно. Поэтому мы поставим вот так. 100% конечно не будет, но хотя бы что-то. Я думаю, мы поставим, знаете, чё? Вот это. Бах, бах, бах. Попробуем. Не пройдем, ну, еще раз. Сложно что-то. Времени много. Памяти тоже навалом. Больше, чем времени, кстати. И давайте попробуем завалить гинов. Блин, у них ульта. Вот у этого ульта фуллскрин. Да я точно знаю. Так, давай. Еее, он не попал. Так, ждем прием. Не, ну если мы первого босса так быстро завалили, то остальных-то вообще не проблема. А уж этого гина... Завалить будет гораздо проще, потому что он не имеет вообще ульты. Потому что ульта у него что делает? Правильно. Отхиливает. А отхил в этой игре у босса запрещен. Пошли они в задницу со своей ультой. Только я имею право это использовать. Ну, мы, игроки. Соответственно. Давайте первый подождем, потому что второй будет долго откатываться. Он мощный у него. Мы добьем босса до ульты. И потом... Подожди, а у него третий прием фуллскрин или нет? А я не помню. Да, фуллскрин. Это плохо, на самом деле.
Ульта. Фу, повезло, на последний удар сдох. Вот тебе, это тебе за то, что мне не выпал. Тебя унизил просто летучая мышь. Лису унизила мышь. Как вам такой поворотец, а? Отлично. Так, второй этаж у нас разноцветный. Ну, синие нужны, да? Оу, fucking shit. Дальник. Синий дальник. Не понял. Синий дальник. Ну, я знаю, в принципе, кто... А, и это самое, слушай. Я знаю, кто. Но надо ее разблокировать. Давайте попробуем прямо с вами разблокировать эту. Вот. И возьмем для этого, знаете кого? Даже не знаю. А почему тебя бы не взять? Я думаю, вполне хороший вариант. Да, но только тебе бы линки получше, конечно. Вот так, наверное. А почему у тебя спец закрыт? Слышь, ты же шинигами, правильно? Правильно. Значит, тебе можно поставить вот это. Ой, нельзя. Ну, у меня это самое. Так, где СП-30 на аксессуарах, которые не убирают фокус? Ладно, пусть будет без фокуса, чуть. Поделать. Да, он, конечно, не киллер шинигами, но он синий. Блин, а я не прочитал, тут мили ресистанс есть? Он же мили, как бы, да? Айзен. Не, нормально. Ой, какой слабенький он. По-моему, я это не пройду. Ну, пройду, но очень долго. О, не. Давайте, короче, кем-то другим попробуем. Кто у нас еще? А, Халибал. Че парюсь? Че мозги канифолю? Вот же. У нас же Халибал есть. Если задаете вопросом, почему я не пошел Халибал туда, а вы подумайте. Прежде чем что-то говорить. Давайте три Айзена опять. Три Айзена — это прям топовая вещь. Я теперь могу гибридов делать. Ну, я так-то и так их делал. Слоу хп — это... На самом деле, для них получше, потому что все-таки у них урон с руки повышается еще на 90%, а тут только с приемов. На 120. Ой! А, да, у него же повышенный шанс заморозки, я забыл совсем. В натуре я забыл, у него повышенный шанс заморозки есть. Да, прикиньте, у него в приемах есть повышенный шанс заморозки. И это не обман. Ё-моё, 40 тысяч первым приемом. Вы когда-нибудь такой видели? Да, она единственный перс, у которого есть повышенный шанс заморозки, вы прикиньте. То есть смотри, она сейчас заморозится. Нет? Повезло ей. Нет. Не повезло. Сейчас поджарим пукан. Нел. Какой Нел-то, Нему? На. А, она без ульты все равно. Бум! Все. Мы разблокировали Сунг-Сунг. И теперь мы пойдем тащить Special Floor номер 2. Так, что у нас там по... Что? Так, change the character. This character. Че, с Айзеном опять пойдем? Давайте с Айзеном, почему нет? Урон будет такой пипец бешеный, что просто прям обосраться. Конечно, откат будет нереально долгий, но зато... Зато урон, смотри, какой. Просто класс. Она еще и дальняя, кстати. Жалко, не сквозные. Зеленые, конечно. Кто бы сомневался, что на синих будет зеленый. Серо. Не жалко, у него первый... Хотя первый ты чё живёт? Ой. Вот это внезапно. Давай всех. Воу. Ты прикинь, чуть не попался. Бух. Все. Отлично. Я на сих не надо быстрее, чем за минуту проходить. Да нет, конечно.
Так. Бум. Куда ж стреляешь-то, лапушка? Не туда надо, а во врагов. Куда твоя змея полетела, блин? Не туда же надо. Да в яд иди, паразит. Ладно, с руки тебя расстреляю. Это точно не на время, в смысле, не быстрее, чем за минуту надо пройти, а то я что-то побаиваюсь. Так, давай первый мощный. Ну и все. Ну чё, нет, я думаю, все-таки мы побьем сейчас босса. Руки я. А у него ульта фуллскрин. Ой, зря я это сделал, на самом деле. А насрать вообще. Я не вижу, сколько там урона, но мы убили с первого выстрела. Ну ладно, может, с второго удара. Красный дальник. Убийца. Ну, это прям под руки. Красный дальник. А тут можно отсортировать там Ренджит? Или Милли? Нет? Нельзя. О! Мой взгляд пал именно на тебя, красавица. Ну что же, у меня есть все необходимые аксессуары для этого персонажа. Так. Тут дальников много. Хотя да, у Ранкара они все практически дальники, так что нормально. Ну что тебе? А у нее рекорд стамин, да? Так она еще и хп себе восстанавливает после после перехода на следующую локацию. Вот это прям хорошо. 20, да? Процентов или 25 все-таки. Это будет изи. Ах ты, у них же милли ресистенс. Ладно, у меня только буст. Дай, ближний. А так, ну, я все дальний. Да почему тут синий-то, я не понимаю. Зачем? Так. Давай, убивай их. О, отлично. Она, кстати, быстрая, она же. 4 спринтера имеет. Так, там кто-то живой. Ой, я знаю, где использовать это. О, отлично. Раз их это не берет, то возьмет эту ловушку. Так, я не буду сейчас рисковать, потому что если я порискую, то я потеряю полностью урон. Ну, не полностью, а 60%. Что в этой игре достаточно много. Минус дефенс, давай. Минус ультиора. Сколько там? Почти 300 тысяч, да? Я не заметил. Молодчина, справилась. Просто изумительно. А для Яручи сама ничего не будет. Ну да, вообще там остался оранжевый. Как вы думаете, какой? Правильно. Зеленый атрибут. Так, Аранкары. Чё там? Оу, ток Шинигами, Ой, тут как бы хорошо подошел этот самый. Нет, правую руку надо. Ичига. Но этот козел мне не выпал. Поэтому мы используем. Но только не капитана. Запомните, если у вас полтора, это значит, он будет в 5 раз слабее. Поэтому надо брать какого-нибудь оранжевого. Шинигами. Так, банкена не берем, нет. Я знаю, кого возьмем. Вот эту. А оно обычно нет. А кто убийца Ранкару здесь? Эспада. А не Эспада вообще? Да, не Эспада. Че, попробуем? Я даже не знаю. Я не знаю. Да киллер эффект насрать вообще x5. Атрибут, ну вообще, подожди. Майнд атрибут x2. 50% умножаем на 2, 100%. Киллер эффект x5. 0%. Да, если будет 20%, то мы умножаем это на 5. Не, допустим, 40, вот как у Нахан, да? И будет у нас 200. Так у нас будет плюс 400%, а сейчас у нас плюс 200. Ну,
Давайте попробуем. Почему бы и нет, собственно. А наш дальний, кстати. Так что будет проще. Главное, чтобы на первый прием был далеко бил. Так, ну понятное дело, Тенштейн. Минус 2 Теншин Тайна СП-30. Вот это да. Это я не знал, кстати. Так, ну это... Не пугай так. Так, и вот это. Идем. Ой, линки оставь. Пойдем попробуем. Вот она, Рэдсу. Да, ее сейчас еще можно назвать Рэдсу, но если у вас она будет фиолетовой, та самая мразь, то Рэдсу ее, это грех называть. Она не Рэдсу, она Ячеру. Поняли? Запомните, твари, как там говорится. Ой, зона какая нехорошая. Че тут вообще она может? Че это все? И это все. Ой, а у меня же хилость, кстати. А че так слабенько, эй? Слышь? Ясы, пиписька ты. Я забыл, блин. А наш капитан, господи. И че брать тогда? А наш капитан. Ну я все капитаны. Давай попробуем руки, наверное. Не, давайте попробуем Зангетсу в натуре. Зангетсу попробуем. Мы ему оденем, знаете, что? Да, вот это. И вот это. Бах нафиг. А мне теперь 60 так и 30. Нет. Давай попробуем. Давай попробуем так. Интересно, в гибриде его. В гибриде, как мы помним, ну, кто смотрел мой геймплей, хотя бы посмотрел 2000 человек, возможно, кто-то из вас его смотрел. Пишите в комментариях, кто его смотрел. А там Зангетсу это лучшая сборка. Ну да, не лучший вариант, я тебе скажу. Да может потому, что у меня этот самый стоит в него. Ему надо full normal attack damage все-таки ставить. Full normal attack damage. Ничего лишнего. Все, full атака. Чапик, где мой? Вот он. Ой, как у тебя много атаки. Норма атак дэмэдж. 3 по 25. 25, 25, 25. Поехали. Вот теперь-то мы затащим. Теперь у него стало на 75% больше урона с руки. А, не на 75, а на 15. Ну, а ты Сесуару прибавил еще почти 500. Ну, что теперь он бьет? Ну, я б тебе скажу... О, у него же дебилитатор, точно. Ух ты, ё-моё, как ты меня бахнул, это больно. Ой, зря я это сделал. Блин, а кем тут проходить? Банкеном? Нет, он капитан. А капитаном сами знаете, что будет. Так кем это проходить? Руки? Айзен, может быть? Да, он же киллер спады. Фак, он недокачанный. Ну, погоди, у меня есть ключики для него? Капель у меня нету. Это я вам сразу говорю. Ну, 150 тут он затащит. Во! Отлично, давайте. Почему нет? Ой, самые важные, блин, скиллы ему. Все, отлично. А он ближник. А там нет мили-ресистанс. Там насрать, кто дальник или ближник. Ну, давайте максимально возможное, я понимаю. Чего у меня нет? 174, блин. Тебе хватит этих кристаллов? Нет. Сколько тебе этих надо? Нормально. Да мне их тратить некуда, у меня нету ичига. Я хотел на него все слить, а его нету. Поэтому не судьба. Ну чё, тогда Айзеном пробуем. Все-таки это, мне кажется, самый хороший вариант. Как-никак. Так, мы ему Теншинтай обязательно. Так, что ему еще? Вот это по-любому. И давайте эту самую. Пилюлю. Линки совсем другие. Стронг атак дэмэдж.
Ну, ему два Айзена. Ой, а перс-то не тот совсем. Не тот перс. Вот он. Никакой нормал так дым, что с ума сошел. Бам-бам. И КДР ему поставим. 14%. Где? Где 14%? Вот. Давайте попробуем так. Я думаю, прокатит. Ему бы шприц по-хорошему поставить. Но у меня нет шприца с СП 30. У меня есть атака 30. А атака ему не нужна. Ну, есть второй, третий прием, который хорошо так. Ну-ка. О, уже другое дело совершенно. Вот это мне уже нравится. Вот давай-ка сюда иди. Ну это обосраться. Просто уничтожил меня. Просто никакого урона не оставил. Бакана, ну ни хрена себе. Это как... И все, понимаешь, и весь урон пропал. Может, на лоу хп поставим? И воскрешалочку. Не. Я не знаю тогда. Блин, опять застрял. Да вы чё? Да прикалываетесь, что ну это нечестно. Почему я опять застрял? Как лох. Просто надо ему третий сразу кинуть. Нельзя его туда. Нет. О, спасся, прикинь, спасся. Блин, повезло-то какая. На самом деле повезло, реально. Очень повезло. Нет, этого нельзя так. Еще ждем первый. Извините, если опять слышны эти самые нажатия. Ну, я с этим ничего не поделаю. Стараюсь как можно дальше от микрофона. Улыбится. Он дальник. Это плохо. Ну ладно, мы будем держаться на расстоянии. Все же знают, как надо правильно играть. Держаться на расстоянии. Ладно, восстановим хп сильно. Все, 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 хорош. Давай его сюда. Да. Ну, у него хотя бы третий прием не фулскрин. Уже радует. Убегай нафиг, Айзен, отсюда. Ну. Я вообще не шарю. Как? Мне кажется, надо улетануть. Он так не кажется. Ой, блин, это была отличная возможность. Давайте пробуем улетануть. Ой, блин, я бы убил того Гримджо с первого раза. Не, ну это дальник. Ну что вы хотели? Ну это сложно будет, реально. Мне кажется, нереально. Это ближний хотя бы. Вы как близко к нему подошел, это плохо. Нет, 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 нет. Если не он, то я уже не знаю, кем на самом деле. Это единственный вариант, что у меня остался. Я действительно, может, не знаю, кем пройти. Надо реально было Last Ditch Survival ставить ему. Ну, просто как знал. А вместо чего бы, интересно? Блин, его надо завести в угол. Но он, блин, бьет фулскрин. Просто просрал третий прием. Ладно, подождем. Главное, чтобы он... Не попал по мне. Слушай.
Ну да, да. На, в жопу, говно собачье. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как от него, как победить его. Кем? Мне никого нет. Смешно. Ну, пипец. А может, в жопу этот оранжевый атрибут? Давайте посмотрим. Просто киллеров и спада у меня. Киллер и спад. Ну да, не густо. Дангай? Хорошо, давайте киллера Ранкар. Киллер Аранкар. Аранкар. Юруичи 150-го. Ну, тебя можно. А, стоп, там же враги. А, нет. Можно ее, в принципе. Не знаю. Ну, а что, у меня так мало убийц Аранкаров, что ли? А где все? А где же этот? Рэнджи? Залокан, что ли? Йорк, ёлма. Давайте попробуем за нее. Ой, это пипец. Я не знаю, кем это проходить. Но я не хочу останавливать запись, иначе придется мне... Блин, это не круто будет. Че, оставим два линка, я знаю, все-таки фул КДР соберем. Да давайте оставим, че. Я уже не знаю. Но если не получится пройти, ну, значит останемся на четвертом этаже, пятый смотреть кого-нибудь другого. Или сами пройдите, если можете. Потому что я не знаю, кто Аран... Вот Ичига самый лучший вариант. Все, я больше не знаю. Это будет плохо. Нет, это бесполезно. Другим атрибутом идти нельзя. Пробуем дальше, значит, Айзеном проходить. Че уж. Че уж там поделать. Будем еще Айзеном пробовать. Оставляем все-таки этот гребаный шприц. А у меня его нет. Угорает, что ли? Да ладно, у меня нет шприца, прикинь. Нету. Зашибись, у меня его и нет. Не, вместо КДР надо ставить этот самый. Вот это. В общем, два. Потому что по-другому я не знаю еще как. Надо выжить от двух последних боссов. От первого мы с вами еще увернуть смогли. Я не знаю, как это каким-то чудом, но мы смогли. Вот от этого говноеда. Говножуя. Посмотрим, сколько мы теряем урона. Ну, не намного меньше, я тебе скажу, но... Зато дольше будем его наносить. Ну, зато хотя бы есть шанс не умереть. Надо, когда он под ослаблением, вот тогда надо его хреначить. Но он же собака... О! Как удачно. Ой, блин, наконец-то, боже ты мой. Фу. Айзен, ну ты еще красавчик просто. Ой, я, наверное, раз 50 еще перепробовал, еще в белом Зангетсу пробовал. Короче, это просто нереально сложно.
О, да ладно. Синий? В смысле синий? В смысле синий? Я так не играю. Какого хрена? Спада флешинг стрикил. Подожди. Ну, я-то знаю, но, блин. Это для Гримджо уже. А у меня-то улька. С 10-м линком, между прочим. Я ему... Так, подожди, за оранжевый-то мне нахрена. Так, давайте ему Теншинтай. Дуальники есть на всякий случай. И давайте... вот эту штучку. Так, ну линк, естественно, КДР. Только вот этот сюда. И давайте еще КДР Тошка вот сюда. Во, или сюда. Нет, сюда. А, стоп. В смысле, у Тошки... А, ну да, у Тошки меньше. Все. Давайте попробуем. Класс. Ну, просто класс. Я доволен. О. Так, ну чё, попробуем. Это будет легко. Даже синих, ты посмотри, как он хренач. Это будет легко. Ну, а чё, Харри, вот, я же вам недавно только сказал, что имба, улька, улька во всех своих версиях имба. Ну, кроме White Day. Хотя в PvP он был топовым, но все же не имба. А вот эти в свое время, они имба. Это до сих пор прям просто имба ближний. И оранжевый имба дальний. У меня есть неоспоримые факты. Единственный у этого только минус, это его линк на Strong Attack Damage. Нежели у оранжевого КДР, то есть он более имбовый. Но в сфере дальников, конечно же. А этот вот в ближниках прям просто бомба. Еще бы не заряжающий удар, а фуллскрин. Именно вот сразу одним нажатием. Вот это было бы просто прекрасно, я бы сказал. Ну, а так, в принципе, неплохо, неплохо. Я ж просто в восторге от этого персонажа. Это настолько охренительный перс, что я желаю его увидеть каждому. Потому что каждый должен иметь такого перса. Это просто прям нечто. Вы обязаны его выбить, если у вас его до сих пор нет. Ну, а если он есть, то, в принципе, вы молодцы, вы красавцы. Так. Ну, чё, давай. Интересно, убьем его? Он синий. А у нас только одна попытка. Ни хрена себе. Синего почти одним ударом. Ну вот, еще раз имбовость подтвердил. Правда, жалко, не дебилитатора нет. На. Фу. Отлично. 5 из 5. Фу, ну наконец-то. Как я задолбал с этим четвертым этажом. Супер бесполезная кисть. Наконец-то. Почему я сказал бесполезным? Потому что в нее можно выбить All-Stats 6%. Кому это надо? Все. Весь Синкаймон пройден абсолютно. От начала и до финала. Я вообще считаю, что это уже не Найтмар какой-то. Это прям вот реально экстрим. Просто нереально сложно. Ну, в основном, если... нету подходящих персонажей. Был бы, конечно, тут Ичига, этот ТС-100 без проблем. Вообще, я бы с первого раза это прошел. Вот. А так мучился, наверное, час где-то. Как я уже сказал ранее. Все, 50 орбов получены. Кисточки. Кисточки. Так, да, кисточки. Раз, два. Две кисточки, 10 свечек и супер кисть. И 50 бутылочек. Все. Весь Синкаймон пройден. Так, больше ничего здесь интересного нету у нас. И на этом я хочу закончить. Я думаю, если я накоплю 250, я вам, не знаю, не буду, наверное, записывать видео. Если успею набрать, то я, наверное, просто открою и все. И результаты в группе опубликую. Вот. Так что да, потому что, ну, не знаю. Ну, посмотрим. Ладно, если все-таки решусь записать, то посмотрим. Если 4 звезды, ну, понятное дело, что выкладывать не буду. Вот, а так, все. На этом я с вами прощаюсь. С вами был DrayFair. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Я надеюсь, вам понравилось. Все мои мучения. Я сохраню для вас эти моменты, которые я наснимал, где я
всирал. Это только часть из того, что я действительно намучился. Но вот. Также обязательно вступайте в группу по Bleach, Brave Souls и Dreyfire. Они все в описании. А то из моей группы что-то уже выходит. Не хотят, чтобы 500 человек накопилось там, набралось. Также обязательно следуйте по всем остальным ссылкам. Посмотрите видео, которое показано на ваших экранах. И не забудьте посмотреть плейлист с этой игрой. Там уже 400 с лишним видео. Да, кстати, ведь видео ГК была 400-я серия. Вот. Уже 400 серий по Бличу я для вас записал. Класс. Ну и, конечно, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о том, что вышло новое видео. Все, всем удачи и всем пока.